Итак, в преддверии открытия многие берут тройку, двойку, единицу, 4-0 на утку и стреляют, ну, 70, 80, 100, а реально и дальше. То есть сейчас будет тест, вон там мишень, до мишени ровно 70 метров по дальномеру, вон там. У меня дальше зума не хватает ее приблизить, которая дальняя, естественно. Для теста куплены свежие патроны. СКМ главпатрон, вот даже с надписью уже главпатрон делают. По 3 выстрела в мишень, расстояние 70 метров, потом посмотрим, что у нас получилось. Как бы так приблизить можно, насколько хватит, думаю, вот. Так, итак, стреляем. Первым идет у нас главпатрон. 3 выстрела, 70 метров. Нижний ствол, ДОЖ 34. А потом пойдем посмотрим, посчитаем. А, да, не показал. Сейчас, секунду. Даже 75 метров, о, видно. Ну пусть. Итак, стреляем. Беру немножко выше середины мишени. Главпатрон. Выстрелы резкие. У нас тут жарко. Так, и последний. Так, идем считать. Возьмем, наверное, ручку по пути. Так, побежим. Иначе времени это займет много. А видео в таком качестве будет очень много весить. Так, посмотрим. Вот что у нас прилетело. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. То есть это у нас главпатрон. 25 с трех выстрелов. Так, есть такое видео.